Мы на месте. Мы приветствуем Ларису, интересуемся, готова ли она к проверке, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Доверит. И я даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Ларисы под ногами. 360 градусов вокруг нее. 3. Сканер сканирует все 7 тонких тел Ларисы. Находит все. У нее накидка сверху. Силой моего намерения снимаю эту накидку. Отправляется, отключается полностью до 100%. Выходит безболезненно из всех 7 тонких тел и отправляется в клетку-тюрьму. Готово. Хорошо, ждем окончания сканирования. Но у нее нет ничего, кроме этой накидки, и тоже у нее есть остатки вирусов, что ли. Остатки вируса. Хорошо, силой моего намерения выстраиваю канал от этой накидки к ответственному. 1, 2, 3. Притягиваю в клетку тюрьму, становится моим заложником. Да, будет так, а так и есть. Ящер. Отлично. Снимаются маски и голограммы. Фантом пристает в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Считает цифры над головой ящера. 645. Хорошо. Что еще у нас? Посмотри, Вера. Больше нет ничего. Один канал, да? Да. Хорошо. 645-й ящер. Кто тебе здесь рад? Кто тебе давал разрешение на то, чтобы ты вошел в это биополе и кинул свою накидку? Сущность. Еще не вошел, наоборот, кинул накидку пока только. Сколько твоя накидка находилась в этом биополе? 8 дней. Вирус, который находится в ней, связан с этой накидкой? Значит, накидка, она не давала энергии проходить по полной, не насыщалась энергиями, и сбой внутри произошел, ослабленность. То есть это побочное явление после твоего воздействия, да? Она закрыла ее накидка от энергии. Хорошо, даю команду сканеру. Сканер начинает сканирование носоглотки Ларисы, ее легкие полностью сканирует, выдавливает, вытаскивает из нее все вирусы. Малейшие частицы уничтожаются прямо на месте. Все это выходит и формируется в шар. Шар формируется перед Ларисой. Но не из горла, как ядро такое. Вышло и остальное такие фантомные энергии. Все выходит до последнего, до 100%. Готово. Хорошо. Если ящер связан с этим ядром, загорается зеленый маячок над его клеткой. Нет, не связан. Хорошо. Открывается под шаром портал в галактическое ядро 1, 2, 3. Шар уходит на переработку в чистую первичную энергию, закрывая, печатая, растворяй. 8 дней назад, ящер, ты зашел. Покажи ситуацию. Почему ты зашел и накинул эту накидку? Почему ты смог зайти? Что там не было? Защит. Ты не видел Меркабу. Ты не видел намерения. Что ты не видел? Сон, уставшая она. Где-то он попробовал, бросил накидку, и у него получилось. Хорошо, ящер. На скольких людях ты еще свои накидки пробовал накидывать, и у тебя получалось на настоящий момент? 32. Способны. Хорошо. Как у нас рассинхронизация? Закончилась. Отлично. Отлично. Хорошо. Я прошу Ли выйти со мной на связь. На связи. Ли, посмотри, пожалуйста, у меня здесь мелкий ящер, но 32 человека под ключки. Чего ты взял, что он мелкий? Я смотрю на 645 уровень. Почему ты решил, что это мелкий уровень? Мы с 3000-ми встречаемся обычно, которые особо опасные. Я ошибаюсь? Не важно. Хорошо. При возможности объясни, если будет такая возможность. Я скажу лишь по вашей шкале, как вы любите цифры. Как ты думаешь, душа какого уровня осознанный? 9 или 18? 18. Также ящер. И все остальные. Если вы отталкиваетесь от своих цифр. Хорошо. А как я могу уточнить, узнать на основании этих цифр, с кем я имею дело? Я ориентировался всегда на цифры. Интересуйся у них сам. Уровнем осознанности? Нет, откуда.
Кто и откуда? Хорошо, благодарю тебя. Я никогда не спрашивал, действительно. Готово, они забрали его. Хорошо. Накидку не уничтожал еще, да? Под накидкой открывая портал в галактическое ядро, и накидка уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Готов. Хорошо, Лариса, как вы себя чувствуете? Отлично чувствую, очень возбуждена перед встречей с Высшим Я. Конечно, и это еще не все. Мы сейчас пригласим еще вашего куратора, вашу сестру. Афродиту. И я делаю запрос в энергоинформационном поле и приглашаю в эту комнату диагностики прийти куратора Ларисы, Афродиту, богиню. Ну, а здесь она смеется и говорит, что богиня – это громко сказано. Ну, мне все равно было приятно это слово произнести. Я приветствую вас, уважаемая Афродита, в этой комнате диагностики. Приветствую всех, рада встрече. Ваша сестричка решила задать вопросы своему высшему «Я». В таком случае мы всегда вызываем куратора. Будете ли вы так любезны сопроводить нас в этом прекрасном путешествии на 13 уровень высшего «Я» Ларисы? С удовольствием. Я благодарю вас. И, Верочка, берем Ларису и вместе с Афродитой, куратором, тобой и мной, на счет 3 поднимаемся на 13 уровень высшего «Я» Ларисы. 1, 2, 3, пошел подъем. Мы на месте. Снимаются маски и голограммы. Все вокруг предстает согласно своему эфирному коду ДНК. И мы приглашаем высшее «Я» Ларисы выйти к нам. Мы хотим задать пару вопросов. Ну, вышел поток такой энергии, обтекаемый, очень высокий. Мы приветствуем высшее «Я» Ларисы. Меня зовут Влад, это Вера, а рядом находится куратор Афродита и ваша частичка Лариса. Уважаемая высшая «Я», представьтесь, пожалуйста, как нам к вам обращаться? А сейчас она примет какой-то подобающий вид, такой информации от нее идет. Это женщина. Приветствуем. Она стала наравне с нами, и от нее сзади идет свет такой огромный, желтый, потом в белый переходит. Хорошо. Рада приветствовать вас на своем уровне. Я ждала этой встречи. А мое имя Эгикоко. Обращайтесь ко мне, Эка. Эка. Приветствуем вас, уважаемая высшая «Я», уважаемая Эка. Мы уже представились. Ваша частичка действительно дошла уже в своем развитии до того, что она решила познакомиться со своим высшим «Я». В связи с этим она составила 10 вопросов и попросила нас эти вопросы вам зачитать с просьбой прокомментировать или ответить на них. Будете ли вы так любезны? Я отвечу на те вопросы, на которые она готова услышать ответ. У нее впереди длинный путь развития. Не надо спешить с ответами. Все, что нужно знать на сегодняшний день, будет отвечено. Я благодарю вас, уважаемая Эка. Первый вопрос. Мое дорогое высшее «Я», пожалуйста, расскажи мне про тот самый пантеон богов, при котором я жила, будучи богиней Никой. Для чего он был создан и как давно это было в земном летоисчислении? Сперва были титаны. Они были созданы для объединения Земли и неба, Урана и Гея. От них пошли дети. Всего было 3 ступени. Вторая ступень, то есть дети, это были твои родители. Как я уже сказала, для объединения Земли и неба. Были соединены разные энергии, чтобы создать идеал, наделенной силой и знаниями, но было не учтено злость, ненависть, зависть и много других нехороших манер поведения и черт характера. На протяжении 3 поколений продолжались эксперименты и войны. Как ты говоришь, пантеон богов воевал с титанами, своими отцами. За власть, чтобы властвовать над тем, кто был слабее их, в данном случае людьми, жившим в тот момент на планете Земля,
Ну и, конечно, были и другие возможности перемещения на другие планеты. Продолжайте, пожалуйста. Я благодарю вас, уважаемая Эка. Если вы закончите, тогда скажите, я закончила, тогда я буду знать, чтобы вас не перебивать между слов, когда вы формулируете свой ответ. У нее был еще в этом вопросе под вопрос, как давно это было в земном летоисчислении. Можно на него ответить? Нет, это не секрет, но он идет вразрез с вашими знаниями, поэтому появятся другие подвопросы и потянет другую историю, поэтому нет на данный момент. Перехожу, с вашего позволения, ко второму вопросу. У нее самой будет возможность в будущем покопаться в этом. В хрониках Акаши, например. Да. Хорошо. Идем дальше? Да. Второй вопрос. Почему именно моя сестра Афродита стала моим куратором в этом воплощении? Не потому ли, что она богиня любви, а именно любви не хватало для прохождения кармического узла с моим мужем? Нет, не потому. Не привязывай свои воплощения. Каждое твое воплощение имеет определенную цель. И не всегда твоя цель была доброй. Твоя сестра Афродита на самом деле не была рождена от одних и тех же родителей. Вы провели и вы детство, и выросли вместе. Так как ты перешла на сторону ее отца, и с твоей помощью он побеждал. Также Афродита всегда побеждала с твоей помощью, поэтому вы очень связаны, выросли вместе. Твои крылья очень быстры, даже быстрее, но не меньше по быстроте, чем сандали Гермеса, хотя он считается самым быстрым. У тебя есть знания, тактики, терпение, ну и, конечно, другие знания, которые считаются магическими на сегодняшний день, но которые были собраны при создании титанов, а в дальнейшем пантеона богов, как ты это называешь. Эти знания были важны в вашей дружбе. Так они и остались. Благодарю. Благодарю вас, уважаемая Эка. Третий вопрос. Это ваша частичка писала, это ее вопросы. Итак, какой замысел был у Бога-творца при создании моей души, идея моего существования, в кавычках, в скобках? На тот момент это были эксперименты создания идеальной души, обладающими определенными способностями и знаниями. Как и многие другие души, были созданы с помощью соединений, смешаний для экспериментов и нахождению нового, чистого и более усовершенствованного ДНК путем скрещивания и смешивания, и генетические эксперименты. В ДНК были включены самые могущественные на тот момент частицы. Если мы говорим про воплощение меня, тебя, как богини Ники. Из всех частиц, как правило, преобладают разные части. У кого-то 80%, у кого-то в равных степенях смеси на тот момент цивилизаций. В нашей же с тобой ДНК преобладает чистота, справедливость и частица Абсолюта. Именно поэтому ты была богиней победы, так как чистота должна преобладать и побеждать. Благодарю. Благодарю вас за этот прекрасный ответ. Чистота, безусловно, должна побеждать и победит. Идем дальше. Четвертый вопрос. Для создания моей души Бог соединил божественную частицу с человеческим биороботом, чтобы получился сверхчеловек. Так почему же моя душа так низко пала, и мое высшее «я» находится лишь на 13 уровне? Благодарю за этот вопрос. У нас были разные воплощения. Очень трудно находиться в пантеоне богов, видя злобу
раздоры, убийства. Даже имея чистоту, мы прошли разные воплощения, и не всегда они были правильными. К тому же 13-й уровень — это не низкий, как ты говоришь, уровень развития и осознанности. Пожалуйста, все в твоих руках, и мы перейдем на 14-й уровень. Замечательно. Благодарю. Замечательный ответ. Переходим к 5-му вопросу, если вы позволите. Пожалуйста. 5-й вопрос. Пожалуйста, перечисли мои суперспособностями, которые меня наделил Господь, и если они есть, то какие из них я могу использовать в работе гипнолога, когда закончу школу регрессивного гипноза Влада и Веры? О. Ты слишком торопишься. Я тоже считаю, да. Это работает по-другому. К тому же я перечислила уже твои способности. Чистота души, справедливость, энергия и жажда развития – это самые главные таланты на данный момент и для твоего следующего шага. Впитывай информацию постепенно, иначе ты перегрузишься и не сможешь наслаждаться, исследуя и получая. Не все дается сразу. Благодарю. Благодарю вас, уважаемая Эка. Я перехожу к следующему вопросу. 6-й вопрос. С кем из божественных существ, ангелов, архангелов, например, у меня есть особо близкая связь? И к кому из них я могу обратиться при необходимости за помощью? Могу лишь сказать, что эта связь есть. Все узнаешь, когда обратишься. Когда ты будешь готова обратиться, когда ты будешь различать, кто тебе отвечает. Абсолютно верно. Тут еще надо очень немало учиться, и это только тогда она может с полной верой. Оставим это в виде сюрприза. Оставим это в виде сюрприза. Благодарю вас, Эка. Идем дальше. Да. 7-й вопрос. Знакома ли моя душа с богинями Элладой и Галатеей? С той Галатеей, которая сейчас воплощена на Земле под именем Марина, 1975 года рождения. Она также проходила чистку Влада и Веры, и так же, как и я, воплощалась в Ватикане, набираясь там знаний и опыта для этой жизни. Это просто знакомо. Знакомо. Идем тогда 8-й вопрос дальше. Или вы хотели добавить? Тут нечего добавить, кроме того, что мы проходим определенные обязательные жизни, например, Ватикан. Отлично. Это тоже очень интересная информация. 8-й вопрос. Вопрос о сне. Несколько лет назад, в течение долгого времени, мне почти каждую ночь снились сны, в которых я в образе женщины-воина посещала другие планеты, выполняя важную миссию. Что это было на самом деле? Частицы твоей души посещали свои точки отсчета, скажем так, набираясь энергии. Тебя всегда звали, но услышала ты сейчас. Благодарю. Благодарю вас, уважаемая Эка. 9-й вопрос. Опять связан со сном. Также несколько лет назад я однажды всю ночь боролась с кем-то до потери сознания. Мое высшее я, ты наверняка знаешь, кто это был и чем это закончилось для моей души. У тебя было много сражений, много снов, где ты проваливаешься в прошлое. Многие из них ты не помнишь. Но этот остался ярким воспоминанием. События прошлой жизни? Да. Благодарю вас. Это называется генетическая память. Совершенно верно. Благодарю вас. Скажу лишь, что ты победила. Вот это самый важный ответ. Все остальное неинтересно. Конечный результат играет самую большую роль. Можем дальше продвигаться? Не всегда, если ты идешь по головам. А это да. Конечный результат не радует. Это вы сейчас о негативном опыте, которое пришлось испытать. Совершенно верно. Благодарю вас, я его увидел сейчас. Идем дальше. 10-й вопрос. Последний вопрос. Что мне нужно сделать, чтобы моя связь с Высшим Я была надежной и постоянной? Учиться налаживать эту связь. Получать правильные знания.
и укрепляться в этой связи. Ты на правильном пути. У нас еще будут встречи. Благодарю. Стоит только добавить, что у нее есть всегда куратор Афродита рядом с ней, которая всегда слышит ее, помогает ей точно так же. И специально для этой жизни к ней представлена. К высшему Я существуют свои определенные опасности подниматься. Для этого нужно определенные процедуры проходить. С куратором легче связываться. Могли бы вы что-то прокомментировать по этому поводу? Я уже сказал, ты на правильном пути. Отлично. И все у тебя впереди. Не торопи события. Уважаемая Эко, последние заключительные слова. От всего сердца благодарю мое высшее Я и всех, которые присутствовали при этом сеансе. И позвольте нам, у нас есть такая традиция, каждому высшему Я, каждому куратору, с которым мы встречаемся, мы встречались с многими, мы всегда делаем один очень определенный подарок. И, Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными, самыми спелыми, самыми сочными ягодами, которые только есть на Земле. 1, 2, 3. И мы спрашиваем разрешения у высшего Я Эко. Будет ли она так любезна принять этот скромный подарок в знак благодарности за ее ответы, за эту встречу, за ее помощь? На добрые воспоминания. Прекрасно, это прекрасно. Я помню эти божественные ягоды от своего лица или же со своей стороны. Я тоже принесу подарок своей частице. Я соединюсь вместе с ней, обнимая ее и наполню энергиями высшего Я. Это очень сильные энергии. Моего уровня, опыта, знаний. Обнови свои энергии. Готово. Замечательный подарок. Благодарим вас, уважаемая Эко. Мы закончили. Примите на этом месте искреннюю энергию благодарности за вашу помощь. Мы не говорим прощайте, мы говорим до скорых встреч. Желаем вам высоких вибраций, чистых энергий и скорейшего подъема на более высокий уровень. Я лишь хочу добавить. Пожалуйста. Соединяясь со мной сейчас, ты получила заряд новых энергий. Пути к знаниям открыты, и они бесконечны. Искра знаний разбросана вокруг тебя, так же, как у меня. Ты горишь желанием, и путь расчищен. Я лишь хочу сказать. Не перегори, распыляйся постепенно, чтобы не сжечь дотла все за один раз. Впитывай постепенно и отдавай медленно, меняя свои энергии на знания, смешивая их, и тогда у тебя не только искры будут, но и плотные, наполненные искрами. Потоки энергии, знаний и энергии, соединенный поток, исходящий от тебя. Я хочу сказать, что твои энергии трансформируются из просто желания в знания и свет. Благодарю. Благодарим и мы вас, уважаемая Эко. Мы закончили и будем возвращаться вместе с Ларисой, Афродитой, Верой и мной назад в нашу комнату диагностики. Посылаем свет, нашу любовь этому месту, этому уровню. Вам, уважаемая Эко, до скорых встреч. И Верочка. Благодарю вас. До скорых встреч. До скорых встреч. И рассинхронизируйся, Верочка. Готово. И отключайся от этого места. И возвращаемся все вместе в нашу комнату диагностики. 1, 2, 3. Полетели. Мы здесь. Замечательно. Уважаемая Афродита, как вам эта встреча? Великолепно. Примите, пожалуйста, и вы традиционно, Верочка, большая корзинка с самыми вкусными спелыми ягодами появляется, с сочными ягодами на земле. Уважаемая Афродита, в знак благодарности. Традиции нарушать нельзя. Прекрасно.
Я говорю до скорых встреч. Мне очень приятно. До скорых встреч. Отлично, вы отличную работу делаете, ее видно, и благодарю вас за вашу работу как куратора. И рассинхронизируйся, Верочка. Готова. И для усвоения энергии вибрации... Хорошо, Лариса, мы закончили. Чуть не вернул, хотел спросить. Лариса, как вам встреча с вашим высшим я, с вашим куратором? Я вся горю новыми энергиями, чувствую эти искры. Они как шар вокруг меня расходятся в разные стороны на дальние расстояния. Я жду новой встречи. Не забывайте советов, которые дало высшее я. Не раскидывайтесь слишком этой энергией. Давайте медленно. Всему надо свое время. Войдите в этот ритм. Будем возвращать вас назад. И для усвоения энергии и вибраций возвращаем тонкую копию Ларисы в систему биоробот-душа. Заводим. Подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. И отключайся от объекта и поднимайся в комнату диагностики. 1, 2, 3. Пошел подъем. Я на месте.